Вот уже на протяжении нескольких месяцев врачи Красковской больницы, где организован моногоспиталь, кроме коллег и пациентов, никого не видят. Поэтому были приятно удивлены, когда к ним пришли гости. Сейчас пациентов, чей диагноз коронавирусная инфекция, лечат более 700 люберецких врачей и медсестер. Каждый из них получил сладкий подарок. Врачи у нас находятся на передовой уже практически год. Мы боремся с инфекцией, поэтому любые подарки, поздравления врачам приятные. Они, конечно, благодарны этому. На встрече с медперсоналом глава городского округа Люберцы отметил, что в 2020 году отношение к врачам и тому, что они делают, существенно изменилось. К медикам, ну какое отношение? Ну, если есть они до пандемии. А сегодня поняли, что медики это, ну, по сути, главное, потому что все понимают, самое главное это здоровье. Здоровье есть, ты молодец. В новогодние праздники врачи будут работать в усиленном режиме, привлекут и дополнительных сотрудников, а между дежурствами они обязательно попьют чай с конфетами из новогодних подарков. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.